История завода ВЭП знает и взлеты, и падения мировой славы, и опустевшие цеха, но все-таки пик популярности пришелся на вторую половину 20 века. Именно тогда ВЭП славится своими радиоприемниками, оборудованием для синхронного перевода и даже промышленными роботами. В конце 90-х весь этот праздник жизни затухает, популярность уходит, завод постепенно пустеет и практически прекращает свое существование. Все, что может нам теперь напомнить об этой удивительной истории этого огромного некогда завода, осталось в Гугле, архивах и истории музея ВЭП. Кстати, музей, чего многие не знают, открылся в конце 60-х годов. Тогда, как и сейчас, он занимал помещение второго этажа Дворца культуры ВЭП. И сам музей, между прочим, появился почти вместе с, собственно, зданием Дворца культуры. Первым руководителем музея стал журналист Янис Берзинч. Возможно, поэтому первая, собственно, экспозиция представляла собой некую подборку периодических изданий. А вот создание настоящей коллекции началось уже в 70-х годах. Причем музейный фонд пополнялся в основном работниками завода ВЭП. Музей даже был включен в состав отдела научно-технической пропаганды. Звучит довольно угрожающе, но одно из направлений музея стало рассказывать об истории завода начинающим работникам. Сегодня же в музее собрано около 6000 объектов, включая архивные материалы, газетные вырезки и так далее. Если прогуляться неспешно, прочитать, вдуматься и всмотреться, то можно увидеть, как из маленькой мастерской, в которой трудились всего 5 человек, создали огромный завод, в стенах которого трудилось около 20 тысяч работников. Конечно, планы и надежды есть, и мы очень хотим открыться. Но пока мы ждем, у нас отсняты 2 видеоматериала, которые можно посмотреть на домашней странице музея. В них мы рассказываем о главных объектах экспозиции, которые вы сможете увидеть, как появится такая возможность. Второе видео об истории самого завода ВЭП, начиная с 19 века. Это создано скорее для того, чтобы показать. У нас есть отличная образовательная и развлекательная программа. Мы очень хотим верить, что в апреле все откроется, и мы снова сможем увидеть школьников, по которым очень скучаем, и вновь провести для них экскурсии. Один из самых ценных раритетных экспонатов музея – это так называемый шпионский фотоаппарат «Минекс». Ювелирное изделие латвийского эстонца ЦАПа. Кстати, этот фотоаппарат мог оказаться на производстве в Германии, куда именно и обратился ЦАП. Но немцы ответили не сразу, а ВЭФ отреагировал моментально. И производство вот таких крошечных фотоаппаратов было пущено на поток. Но в 1943 году производители перессорились, разругались. Кто-то уехал в Берлин, кто-то убежал в Швейцарию. И фотоаппарат канул в лету. Вторую ему жизнь подарил бренд Leica. Именно он перекупил марку в 1996 году. Что поражает, полная подшивка газет «Вэфовец», свидетеля своего времени. Чем жили, как любили, подо что танцевали, что слушали, что смотрели, во что верили. История целой эпохи на газетных страницах. Если не обращать внимания на пропаганду и лозунги, куда без них и сегодня без них никуда, то можно увидеть кадры ушедшей эпохи, судьбы людей и историю целой страны. Ну и, конечно, куда без интерактива. Попробуйте показать ребенку телефон с диском. Я уверяю вас, не каждый сообразит, как эта штука работает. Более того, некоторые представители уже нового поколения зумеров сначала набирают код, а потом снимают трубку. И уж тем более, не каждый современный ребенок сможет сказать, откуда взялось выражение «взять и положить трубку». Смотри, здесь можно позвонить и узнать, что было в том или ином году. Давай наберем 1939. Смотри, он мне рассказал, что в этом году в 3 смены работало около 4000 работников, экспортируя более 6000 радиоприемников. Здесь находится мини-радиостанция. Благодаря ей работает, собственно, радио. Можно попробовать найти какую-нибудь волну. Но сейчас его включить толком-то и нельзя, потому что все построено на чипах. Чипы сейчас забрали на профилактику. Но можно послушать, как ищется волна. Так как одно из главных изделий завода ВЭП – это все-таки радиоприемник, то здесь можно походить и повключать разные радиоприемники, сравнить, как звучали, например, они в 30-х годах, 60-х годах, 80-х годах. Но это когда музей будет открыт.
Ну, что можно сказать? Рано или поздно нас впустят в музей, культурная программа вернется в нашу жизнь. Тогда не поленитесь, зайдите во Дворец культуры ВЭФ и прогуляйтесь по истории. А мы всего лишь часть этой городской истории. Но любая история имеет свой конец. Надеюсь, в нашем случае финал будет исключительно счастливым. Доживем, как говорится, до апреля. Es tik sen nāšu to lietojiskais patri, jau vairs neatceros. Tudā, smatrī, tu bižāla. Maja nāca.